наши креветки, которые от постмалька до такого возраста прошло 3 месяца. Если вы видите, уже довольно приличного размера. Просто такие. Есть, конечно, и поменьше, но это как везде. Одни больше растут, другие меньше. Это мы им глину поставили, минеральчики там кушали. Вот в сетках сидят, наверное, под линьку готовятся. Вот такой с одной клешней. Уже, наверное, бои происходили. В общем, растут. Смотрите, сидят в глине, себе добывают там